Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Гидромедцентре России. Предупреждение объявлено из-за порывистого ветра и будет действовать с 9.00 4 декабря до 9.00 6 декабря. Также погода потенциально опасна из-за гололедного и изморозивого отложения. Период предупреждения до 9.00 6 декабря. Кроме того, в московском регионе ожидается метель. Период предупреждения с 9.00 4 декабря до 21.00 4 декабря. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!